5 июня общественники и чиновники собрались в Малом зале музея Гончарова, чтобы поделиться экологическими успехами и проблемами в области за последний год. В первую очередь докладчики обсудили итоги мониторинга и состояние окружающей среды. По результатам наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в городе Ульяновской области можно сказать, что в целом у нас состояние благоприятное. И за 2018 год по индексу загрязнения город Ульяновск относится к уровню города с низким уровнем загрязнения. Но все-таки локальное загрязнение атмосферного воздуха в отдельных районах города Ульяновска и Ульяновской области отмечаются. Участники заседания доложили о проблемных вопросах. В первую очередь коснулись недоработки по реформе ТКО. Это стихийные свалки и завышенные тарифы. Далее речь шла о нарушениях природоохранного законодательства. Незаконная вырубка деревьев, загрязнение водоемов, выбросы вредных веществ в атмосферу и многое другое. Экологи стараются решать проблемы, в том числе с помощью экологических акций и мероприятий. Так, собери макулатуру, сдай макулатуру, накорми животных, сдай макулатуру, спаси дерево – лишь малая часть из тех, которые проводились в течение года. Мы очень бережно относимся к вторичным ресурсам, стараемся, чтобы все вторичные ресурсы шли на переработку. Очень много проводим мероприятий среди школьников, учебных учреждений, дошкольного возраста, студенческих учебных учреждениях. При поддержке местных властей запущено несколько проектов для улучшения природной обстановки и борьбы с экологическими проблемами. Так, программа «Чистая вода» и в дополнение к ней «Чистая Волга» созданы, чтобы обеспечить населенные пункты региона чистой питьевой водой. Еще один проект, направленный на борьбу с загрязнением природы – разработка безотходных технологий, которые минимизируют выброс промышленных отходов. Кроме этого, в области работает экологическая палата. Это своеобразный проводник между властью и обществом. Члены палаты также анализируют законы об экологии, предлагают решения уже имеющихся проблем и выдвигают предложения о проведении новых проектов. Наш академический музей наконец-то обретет новую экспозицию, новую современную экспозицию, которая будет учитывать все новые достижения в сфере экологии у нас в Ульяновской области. То есть мы там планируем отразить солнечного орла, природный символ Ульяновской области, которого, к сожалению, пока нет. Или, например, новый национальный парк Сенгелеевские горы, который, конечно, там займет такую, достаточно львиную долю в теме, когда мы говорим об охране природы. Сегодня работа в регионах направлена на создание единой федеральной системы, которая будет оценивать состояние окружающей среды, регулировать и обеспечивать рациональное использование природного сырья, повышать важность экологии для каждого человека. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Ул. Правда ТВ.